24 июня состоялась церемония официального открытия Международной миссионерской школы «Присыпт Министрис Евразия». На мероприятии присутствовали студенты и преподаватели школы, а также гости. Международная миссионерская школа готовит миссионеров для распространения Евангелия через спорт и журналистику. В этом году 43 студента из 14 стран мира приехали, чтобы обучаться на одном из четырех факультетов – тхэквондо, футбол, фитнес и журналистика. Мы приехали сюда, это чтобы вы учились, купили это. Это означает все остальное, будьте готовы жертвовать для этого. Ваше время, ваш комфорт, ваш отдых, даже ваш сон. La Școala Internațională de Misiune Prisep Ministris, noi dorim să pregătim misionari dedicați, oameni care foarte bine mânuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea învățăm studiu biblic inductiv. Am avut multe cereri din partea studenților ca să fie admiși, însă i-am selectat foarte minuțios și ne bucurăm pentru studenții care au venit, sunt foarte serioși, deja le-am predat o săptămână la toți, au susținut examen, așa de mult mă bucur să văd atitudinea lor frumoasă, felul frumos cum învață și cred că fiecare din ei va face o mare lucrare la întoarcerea acasă. Церемония началась со спортивных демонстраций от каждого из спортивных факультетов, во время которых они смогли представить профессиональную составляющую обучения. На мероприятии присутствовал и Антон Тимонишин, который развивает служение через флорбол в Украине. Он признался, что здесь он научился ценным принципам для своего служения и рассказал о своих планах. Мы приехали сюда по приглашению нашего дорогого брата Василия Филата, для того, чтобы посмотреть, как сегодня работает школа здесь, в Молдове, как готовят сегодня будущих миссионеров на всех факультетах. Мы очень рады, что у нас есть такое видение, чтобы открыть факультет сегодня у нас на Украине по флорболу. И мы молимся, мы хотим, чтобы миссия, она дальше распространялась, чтобы Евангелие Иисуса Христа, оно могло еще достигнуть больше и больше людей. Студенты говорят, что миссионерская школа дает им видение и необходимые навыки для того, чтобы провозглашать Христа и делать учеников. Школа вооружила меня замечательными инструментами. Мы изучаем Библию с детьми, мы проводим всеразличные мероприятия, которые мы здесь в том числе проводили, это лагеря, какие-то площадки. И школа дала тот фундамент, на котором строится, в принципе, мое служение. И те навыки, которые я приобрел здесь, ни в одном другом месте я просто-напросто бы их не приобрел. Поэтому школа – это то место, где мы учимся, трудимся и имеем большое благословение. Некоторые студенты приехали издалека для того, чтобы овладеть новыми инструментами, которые в дальнейшем помогут им расширять Царствие Божье и более эффективно служить в церквях. I came here because I realized that when I got baptized, I wasn't doing anything for God. I was just sitting around doing nothing, and I realized how useless I was to His work, to His kingdom. And then I decided to just take the time and literally just turn my life around and do something for God. Учителя школы, по словам учащихся, являются хорошими наставниками и подают пример, побуждая других служить Богу при любых обстоятельствах.
Мой наставник Алексей Тинтюк, он мне сказал, что я хочу тебя отправить в миссионерскую школу. Когда я увидел, что он работает, он служит в нашей стране, Таджикистане, и у меня было желание стать миссионером. Я хочу также служить и нести Евангелие тем мусульманам, которые еще не знают истину. Официальное открытие международной миссионерской школы прошло на базе Мол-Телеком вблизи села Иванча, район Архей. Обучение в школе проходит с 19 июня по 19 августа 2018 года.